Органы управления, то есть маленькое описание квадроцикла. Максимально допустимая нагрузка 110 килограмм. Здесь есть табличка специальная. Сейчас мы ее попробуем увидеть. Вот она. Вот если это видно. Вот она, 110 килограмм. Подвеска независимая. Спереди два амортизатора, сзади один амортизатор. Две фары, стоп-сигнал. Тормоза передние, барабанные, механические. Сзади дисковый, гидравлический. Электромотор мощностью 1 киловатт. Два аккумулятора, которые дают вместе 36 вольт. Это зарядка и предохранитель. На этой стороне ключ зажигания. Скорость первая и вторая вперед и назад. Вперед и назад скорость. Две кнопочки. Все, вот такой вот простой квадроцикл. Сел и поехал.